Всем привет, с вами я, Субер, и это будет видеообзор на замечательную коробку Polaris Техника уютной жизни. Сенсорная панель, два режима подачи пара, это увлажнитель воздуха, ультразвуковой, модель PUH 3504, объем 4 литра, вот сама модель, она вот пар издает, но это слабенький, вот смотрите, сенсорная кнопка. Вот она посильнее делает и включить. Ну, я на среднюю ставлю на один режим, на первый режим. Значит, коробка большая, так что она не поместится, лучше так буду снимать. Значит, сенсорная панель, только одна кнопка, как ни странно. То есть первое это выключение, второе это на первый режим нормальный, и третье это на сильный режим. И все. Она мне обошлась на 5000 тенге. По рублям я не знаю сколько. 1000 рублей, да. 1000 рублей. Значит, ультразвуковой. Ультразвуковой. Где написано? Мне бы русский найти. Вот. Сенсорная панель управления, одна кнопка, LED-индикатор, два режима подачи пара, индикация недостатка воды в резервуаре, автоматическое отключение при отсутствии воды, то есть если воды не будет, она сама отключается. Объем емкости 4 литра, расход воды 350 мл в час, до 12 часов непрерывной работы, рекомендуемая площадь до 24 квадратных метра. Мощность 22 вольт. Хорошая коробка, очень дешево обошлось. Там были модели подороже. Но я вот самую дешевую взял. Значит, сейчас открываем. Внутри у меня все разбросано, простите. Еще видеокамера у меня плохая. 1060p. Качество слабое. Потому что я не мог качественную камеру взять, потому что это у брата было. Значит, вот тут есть вот такие защитные оболочки. И там пленка, все, больше ничего нету. Значит, чек я покупал в технодоме. Мой отец брал, точнее. Я не брал. Вот. Обошлось 4990 тенге. По рублям, как говорил, 1000 рублей. Гарантированный талон. Значит, сертификат. И еще что-то. Вот инструкция. Точно так же написано, как в коробке, на казахском и на русском. Сама модель очень простая, легкая. Давайте я выключу ее. Значит, она подает очень отлично. Отсюда можно открыть. Сейчас открою. Давай, открывайся. Вот. Ой, блин, я случайно пузом нажал. Давай, отключайся. Значит, вот тут есть такая рукоятка, можно ее держать. Бак вытащить, вот смотрите. Ну, блин, ну как-то можно отсоединить, я не могу сейчас отсоединить. Сейчас все будет мокро. Ну, короче, там она работает ультразвуковым. Я хотел бы вам показать, но я не могу, там все будет вода, потому что тут нам отопление дали. И, то есть, все разльется. Ну, короче, вы поняли, там внутри, короче, есть ультразвуковой такой динамик. Он дун-дун-дун-дун бьет. Внизу, короче, есть еще такая воздух, который заходит. Она там что-то делает. Я не знаю, или оттуда вода выливается, но я не знаю. Короче, пар подается, все замечательно. Я думаю, проживет эта все-таки модель долго мне. Ну, думаю, хотя бы один год. Там фильтр есть уже установленный. Фильтр надо заменивать в 2 года один раз или 1 год один раз. Ну, лучше сказали в 1 год один раз, потому что фильтр все-таки портится. Значит, еще тут много проводов. Вот, подключен к китайскому розетке, китайской, дешевой. И все, как бы, все, думаю, на этом буду заканчивать. Больше я не знаю, что сказать про это. Ну, дизайн еще отличный, конечно. Дизайн отличный, тут вот такие цветочки, типа, сенсорная одна кнопка, сзади провод, и все, как бы. Тут у меня все разбросано, так что не замечайте это. Ладно, буду тогда на этом заканчивать. Значит, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Ну а с вами был я, Супер. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Сегодня будет еще серия про хомячка.